На поселке Машзавода можно запросто снимать коммунальный фильм ужасов. Например, сейчас мы находимся возле входа в дом по улице Строителей 7. Обратите внимание, что ни на первый, ни на второй этаж сейчас не попадешь. Вот у нас там крылечко пало вот так, и вдруг пожар будет. У нас был пожар, и будет так же, как хромая лошадь. Прыгать будет с окошек. А у нас там детей куча. Этот дом многоквартирный, и сейчас вместо трех выходов здесь выход один. И мелочь эта не на шутку пугает местных жителей. Обратите внимание, какая угроза нависла над первым подъездом дома по улице Мамонтова, 31. Эта огромная глыба льда и снега находится над козырьком подъезда. Травма, смерть человека грозит, это однозначно. Глядя на открытую форточку в подъезде, нетрудно догадаться, откуда образовалась эта угроза. Вроде бы это мелочь, но ведь из-за этой мелочи тепло выходит из дома, из-за чего на крыше образовываются огромные сосульки. Все в том же дворе дома по улице Мамонтова, 31, мы увидели еще одну вещь, которая угрожает пешеходу. Давайте посмотрим вот на этот козырек. Здесь было три крепления, и козырек сейчас держится лишь на одном из них. Скорее опасно то, что не прикреплено. Да, на самом деле не очень опасно. Мужчина нам пояснил, что в этом доме он живет уже 4 года. И 4 года в таком состоянии находится этот козырек. Но мне все-таки кажется, что это авось. И в данном случае надеяться на эту мелочь не стоит.